не опоздала? Чего разговаривать, когда так все понятно? Я очень простой человек. Я это воспринимаю буквально. Молодая сколько лет? Какая разница? Почему-то кто-то считает, что он может забрать время чужой жизни. Здрасте. 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 А вы кто? Как-то не определял специально. Ну, многое в этой жизни бывает в первый раз. Просто представьте себе, что это не 3 минуты сейчас, не 3 минуты вообще, а последние 3 минуты вашей жизни. Девственность потерять надо. А зачем?